Ну и это, между прочим, еще не все. На минувшей неделе в ЕС застрельщиком выступил глава Еврокомиссии Юнкер. Заговорили о создании единой европейской армии. Перспективы, правда, туманные, но вектор против кого? Понятен. Русофобы впадают то в истерику, то в паранойю. Штаты к судьбе некоторых пациентов проявляют особое участие. В Прибалтику переброшены танки «Абрамс», вооружение самое что ни на есть наступательное, и броневики «Брэдли». Посылку из Вашингтона выгрузили на подготовленную почву. Кем и для чего, выяснил Андрей Храмцов. Военные учения в Литве. Президент Даля Грибаускайте с биноклем наблюдает за ходом маневров.